Всем привет, с вами Лара Светлова. И вот после того, как я рассказывала, строили школу, я потом покажу. Здание, по-моему, введено в эксплуатацию. Теперь они ремонтируют дороги, сначала около школы. Вот такая техника Volvo. Вот мне понравился еще маленький такой экскаваторчик. Экскаваторчик прям размером с человеческий рост. И вот такой он роет траншею. Вот такие экскаваторы Volvo, по-моему. 25 лет назад был изобретен. Вот таким образом ремонтируют у нас дороги. Но я думаю, что в течение 3 недель будет работа завершена. И, ну, я не специалист по строительным работам, но я понимаю, что, по всей видимости, соблюдаются все технологии. Да, в строительстве соблюдается технология, но проблема в том, что здесь в другом нарушается технология. Ну, об этом я расскажу в другом видео. Всем хорошего августа. Увидимся. С вами Лара Светлова, ваш психолог.